слабая. Перезарядка это средняя вообще. Ну, катается как осел. По нему вообще сложно попасть. У него есть одно непробиваемое место. Так это вот это шершавенькое и верхушка. Бок и низ. Верхушка тоже пробиваемая на самом деле. Но самое больное колесо это его задние колеса. По передним колесам очень трудно пробить. Они толстые, шикованные. И так что? И заваю, папа. Молодец. Браво.